облазим, в общем, не очень хорошо увидим. А вот теперь давайте поговорим о том, как можно позвонить домой, сообщить, что прилетели, все хорошо, прилетели. И дома, наверное, градусов 10 или нет? 0, 12, у кого-то 0, у кого-то 12. В общем-то, как можно сообщить о том, что вы завидуете мне, у меня есть жара, а у вас там противные 12 градусов? Это можно сделать следующими способами. Первый, это позвонить с ресепшена вашего отеля, если в вашем отеле открыт выход на международные звонки. Стоимость звонка с ресепшена отеля обычно составляет около 1 доллара. Может быть чуть меньше, может быть чуть больше. Также можно воспользоваться местными телефонными автоматами. Телефоны-автоматы как выглядят? Это может быть стационарный телефон, установленный в отеле, в магазине, в аптеке, в будке, заколоченной фанерой. Рядом с этой будкой написано большими буквами ISD, то есть I с точкой, S как доллар, потом D, либо желтым, либо на желтом фоне. Либо на просто магазине будет обычно написано подходит. Так, теперь давайте о деньгах. Где меняем, где храним. Деньги лучше всего менять в обменных пунктах. Называются они Money Exchange. Они могут быть отдельно стоящие Money Exchange. Либо это может быть обмен в магазине. Интересно, двумя реками. В Зуаре и Мондове. В Зуаре мы переезжаем, и Мондове будет приезжать очень скоро. Штат города самый маленький. Штат Индия, 25-й штат. Вы можете всегда выбрать либо мальчика, либо девочку. В чем разница? Девочка-ананас, он более сладкий. То есть он с желтой мякотью и сладенький. Мальчик, он кислее, да? Но он полезен для фигуры. Как они отличаются чисто внешне? Девочка не выпнутый, мальчик не приплюснутый. То есть очень просто себя узнать. Есть всякие разные цитрусовые, есть также маракуйя, арбузы, дыни. Ну, то есть, в принципе, все это можно найти. Есть сейчас уже поспел хлебное дерево, джекфрут, такое большое. Начинаем.
Ну да.
Дай можно все. А? Дай. Да я вам давал уже. Вышел. И еще один специй растет в одном фрукте. Орех. Какие орех? Специй орех. Мускат. Правильно, мускатный орех. Месси, я уже говорил, используют газовый баллончик. Мускат у нас в Индии используют как виагра для мужчин. Стакан горячего молока, чайная ложка мед, две щепотки мускат. Заварили пики. Тарзан. Подожди, только две щепотки мускат для виагры. А если больше, потом спящий Тарзан. Это у нас индийский легальный наркотик. Битил. Алма битил. Кто-нибудь видели? Индийский шарабик живет, потом соку плюет. Да, это все вместе пан называется. Пан это лист, чуть-чуть лимонная паста, кусочек битил и жуй. А плоды есть? Сейчас нет. Попробуй потом. Взорваться или загуглить? Нет, это табак, просто табак. Есть табак взорвался? Да, это жуй. Хорошо для пищеварения. Да. Да-да-да. И если сок глотает, потом эффект, как 60 или 70 миллилитров виски. Хочешь попробовать? Да. Потом. И пальма 4 кольца в год растет, 4 кольца. Потому что у нас в Индии только 3 сезона. Так, здесь, а? Зима, лето, сезон дожди. Сезон 3, кольца 4. 1, 2, 3, 4. First time in India, первый раз в Индии. Кто-нибудь видели, как собирают битые? Тоже как тарзан. Ну, без муската, пальма на пальму. И листья, ты уже кушали, да? Тарелки из этого делают. Листья битые. Одноразовые тарелки. Это какие пальмы? Только 2 кольца. Электрическое, да? Кто-нибудь пробовал электрическое? Электрическое? Да, постоянно. Хорошо для волос. Да. Кто-нибудь знает, самая большая и тяжелая фрукта в мире? Это как дуриан, но не дуриан. Знаем хлебное дерево? Да. Дуриан как, но нет. Это джекфрут называется. Джекфрут. Сколько килограмм, наверное, один фрукт? Килограмм 15-20 килограмм. А где? 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 Черный кардамон не хороший, но зеленый очень хороший для памяти, антидепрессанты для мигрени. И тоже черный кардамон не дорогой, но сейчас зеленый, третий самая дорогая специя, после ваниль и шафрана. Килограмм я не знаю, ну это как пакетик продает, 50 рублей. Разные растения растут, это какой, черный или зеленый кардамон? Правильно, черный растет сверху, зеленый растет снизу. Если эти капиты различают, посмотрите лист.
Листов черный кардамон, большой и темный зеленый. Листов зеленый кардамон, маленький и светлый зеленый. А он пахнет? Это? Кофе? Кофе, да. Два сорта кофе. Робуста и? Арабика. Это какой? Робуста. Арабика. Так, посмотрите, Гова растет кофе, но не делают, как сезон, климат нехороший, чуть-чуть хороший, чуть-чуть нехороший. Другой город, Асам, Карнатака, Керала, растет кофе и тоже делают. Хороший? Да, арабика хороший, но сейчас американский человек импортирует кофе только из Индии. Первый из Колумбии и Бразилии. Кто-нибудь курит? Да. Да, здесь гости, если сигареты продают, бири называется, бири. А, бири. Не реклама, это легкий сигарет. Это листья сушеный банан и обычный табак. Руками делают. Знаете, как это? Теперь меня слышали. Морис. А-а-а. Основатель. Морис у нас местный. Босс. Босс. Биг босс, миллионер. И посмотрите, как он делает битель, наркотик. Хочешь попробовать, да? Битель. Это они что продают? Это листья, это называется паль. Зубная паста? Чуть-чуть лимонная паста. Кусочек битель, наркотик. Зеленый кардамон, для чего? Для инфекции. Для памяти, после наркотика. Чуть-чуть анис для вкуса. Мигрень или нет? Мигрень. Типа подкло, чтобы не ели, наверное, эти. Вот это и все, не открывается. Вообще классно. Молодец. Не можем, не закрыли. Пьяна. Это Алипа Фильмар, правильно? Он еще перепрыгнет на другое. Тарзан? Надо в Дубае, вот там. Потом резко вниз. А где он живет? Тоже там? Тарзан! Сейчас все вместе посмотрите Тарзан и давайте считаем до трех. Все вместе огромные. Раз, два, три. Раз. Нет, видео, подожди. Ну, видео, переверни там и колесики. Колесико, куручь, там вот это видео. Сейчас она бедная свалит. Вин, держись. Да, нашла. Пошла? Смотри. Thank you.
да, по обучению. Во вторник, да? Когда как? А? Когда как, когда? А может Лена с Сашей захотят? Тяжело, да, лететь? Да. На 6 часа? Конечно. А где вы? У меня, кстати. Ой, так красиво. Что это такое? Что тут за мелкие? Не знаю, карта тут маленькая. Что, на море? Мы там море увидели. Свинец. Thank you.
кофе. Все, он еще и разговаривал. Он берет пропустил от руля. Ha ha ha!
еще лицо очень серьезное. У меня депрессия. Смотри, девчонки, да? Мне ржать сразу вообще. Смотри. Две камеры. Смотри, куда хочешь. Хоть между нами. Врезался. И вот, значит, идем мы в парк. Разговариваем мы по телефону. Алло. И все вокруг снимаем. Что? А, ты сидишь. Ты что, снимаешь? Да. Ортокарпус. Такие большие фикусы и такие маленькие люди. Крабаков, Лира Крабаков. Сейчас на палец сядь. Давайте, ищите. Держите воду! Был! Около моей ноги. Жирненький. А вот таких мелких зелёшек есть, я их не вижу. Мало. Давайте его кинем. Всё. Да, вот она. Она бегает. Лайфхиса. Он бегает, как справа. Можно почти в одном месте искать. Такие клешни странные, блин. Никто волос загораживает.
Такой краб странный. Я такого еще не видела. Рогатый. Переверните его. Смотри, лапы какие, да? Ой, бедненький. Зайка. Уронили краба на пол, оторвали краб лапу. Снимаешь видео или фото? И то, и другое. Видео снимаешь. Видео снимаешь? Фото. Давай его перевернем. Да пока я вот так. Че, какой бежит? Большой, я такого не видела, большого. А я вообще не видела, такие клешни странные у него. Так, ты боком ходишь? Вот туда иди, туда. Ой, молодец, дрессированный. Мы поймали дрессированного краба. Надо сравнение другого найти. Давай, мальчик. А вот твой глаз пьешь, мальчик или девочка? Ты не заметишь, что у меня там. Такие клешни прикольные. Знаешь, похож на этого, как будто у него шлем на голове. Ну да, и рога какие-то. Ну, клешни такие первый раз вижу у краба. Да, какие-то вообще странные. Лопасти. Мур. Вот ты. Давайте нескольких вместе соберем. Водичка мыть что-то. Живительная влага. Боже, закопалась. Попа так торчит. Понятно, что это? Другого лови. А этот, наверное, тот же. Вот такой же видел краб. О, два. Смотри. Да. А, нет, один. Ух ты. Да. Че это он какой? Ого. Это мама с дочкой. Вот это может... лапа. Нет, по-моему. Мне кажется, это маленький краб. Да, с маленьким. Да. Это мама с дочкой, что ли? Мама с дочкой. Офигеть. Это папа. Это, может, с сыночком. Значит, у них там принято. А тот что? Куда его делал? Давай их вместе положим. Только не сюда, а туда наоборот. Блин, они закапываются. Что, кусается? Ну нет, ну. Щипается? Сейчас барахчутся. А где они? Закопались. Ну ладно. Это что, а маленького потеряли, что ли? Нет, вот где здесь пузырек, видишь? Пузырек, видишь, выходит? А не там. Такой же, да? Да, маленький. Короче, сели мы на лодку, поедем ловить крокодилов. Вы боитесь крокодилов? Да. Я не трус, но я боюсь. Народу немного. Лодки две. В этой глине следы крокодилов. Главное руки не опускать в воду. Да, да. А вот сразу ап.
Орел? Ныряй. See this crocodile we are going to see now. It's a natural crocodile, natural crocodile. We can see them in the water on the ground. Он открыл глаза. Вау, он синий. Blue crocodile. Поэтому, что-то...